преддверии празднования Дня защитника Отечества. На сцену приглашается ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Семенович Зенгин. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы пришли на концерт, на встречу с нашими творческими коллективами. И позвольте поздравить с наступающим Днем защитника Отечества. Каждый раз, особенно вот сегодня, как-то по-особому воспринимаешь этот праздник, праздник мужества, отваги, потому что на протяжении всей нашей истории неоднократно наш народ поднимался на защиту Отечества, на защиту независимости, самостоятельного пути, который избирает наша страна, наш народ. И вот так происходит довольно-таки часто. Ну, что делать, потому что мы богатая страна, и нам надо нашу страну защищать. Но, наверное, День защитника Отечества еще важен в том плане, что он не только воспринимается как праздник тех, которые стоят на страже земли русской. Это и праздник тех, кто профессионально относится к своему труду, профессионально относится к своей деятельности, которая позволяет делать нашу страну богаче, лучше, красивее. Это праздник всех нас. И поэтому я хотел бы пожелать вам, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия, успеха и насладиться сегодня вот той радостью, тем творчеством, которое будут дарить наши студенты. Спасибо. Спасибо, Сергей Семенович.